Так это, как ее звать? Карандаша у тебя нет черного, случайно? Не возится? Нет, это можем привезти. Привези. Колбаса. Еще прям пару таких дней будет вообще супер. Да, если на воскресенье, как передают, 14 градусов. Ну пока тепла не было. Вчера холодный день был довольно. Да. Грязище. Бросили вы, ребят, бросили. По дороге по такой, скажите. Чего они куда? Не, Анюшка, да, у нас работает, а Санюк не учится пока. Да, бросили. Может, лучше это? Погрели. Вроде ничего еще пока, да? Пока, наверное, лед еще все-таки не полностью землян, да? Лужит еще твердо. Меня больше беспокоит там угол. Да. Пока лед вот такой есть, нормально. Я теперь постоите и тут это. И что, и воды не будет, и воды нету. И белый. Правой воды не будет. А ее и так нету. Да. А уже стал отпускать, да, Вов? Да все отпустил уже земля. Понимаете, только вот такая. Уже даже подсыхать, накатываться, ну, начинает местами. Одну? Зачем одну? Да, да сколько там у тебя? Три. Ну три, давай еще три. Простой напомню? Да, два простых. И... Гранни хлебушка. Едем. Здрасте. Здрасте. Ну что? Маемся. Сегодня даже со мной разговаривать не зах... О, моя ты красота. Я думал, вы сейчас радостную новость нам сообщите. Нет, погодите. Сказал восьмому рожу. Мама ранее, ну сегодня разговаривать не захотела. Мама живот ноет. Лежу, ноет. Лежи. Вчера прям с утра она поговорила со мной хорошо, а сегодня даже... Так, кофе. Нет. Чай. Чай есть. Рассыпнуть пакет? Нет, пакет. Стою на переезде, работала на переезде, да, стою, едет КамАЗ, а у нас с КамАЗа возили уголь с шахты. Ну, иногда, когда уголь пристает к этим, ну, к бортам, они моют, моют, и течет, значит, что-то с КамАЗа, ну, как обычно, ну, думаю, это вода, наверное, течет. Я как поворачиваюсь, я чуть в обморок не упала. Я же говорю, я сегодня рассказала, она сидит, аж плачет, говорит, как вы там жили? Я говорю, а вот сидели, жили. А теперь уже все, уже когда невозможно было, уже все бросить. Да так попадешь, бросишь все, только бы в живых остаться. Я сидела до последнего. До последнего. Уже думаю, ну до пенсии надо дотянуть. Ну, жалко, вот смотрю тоже в интернете наши. Мой любимый Дзержинск, ну, некоторые ставят там лайки. Ностальгия, Дзержинск-Москва, автобус, стоят девчата наши. Дзержинск-Москва написано, стоят и пишут, ностальгия, вспоминаем. А все поразъезжались, а в городе почти никого нет.
Очень. А если там неспокойно, то кто же там останется? Ну все, спасибо большое.